шумный. Да. А ну-ка, на перегонки с классиком. Да ну куда мы, как еле ходим. Его еще уводят все время почему-то вправо. Это поднастроить можно. Не, а ну тут вот тренер есть. Настраивает. А что ж могло быть? А может антенке плохой контакт был? Я ее откручивал, прикручивал, туда-сюда. Можно рекламу, антирекламу снимать, скорость. Так зато, ну зато он такой большой. Сколько туда влазит бунт воды? 2 килограмма. Не, ну по килограмму туда полит. Ну нормально. Ну это если у нас эти бункера 0,9 литра. Ну у него что хорошо мне нравится, это что, ну он в любую погоду, как буксир. В любую погоду, у нас таких проблем еще не было, по крайней мере. Ни мы не замечали, ни от клиентов не поступало таких проблем, что там по погоде они не могут порыбачить. Но дело в том, что на 250 метров, допустим, вот там же 2 бункера тоже, да, у них? Да. И на 4 удилища хотя бы, на 250, на 300 метров это очень долгая история, нам просто завозить. Да. По сравнению, да. Ну, да, да, на этом тоже долго, на нашем, на классике. На спиде как бы разница ощутима. А ну свет включите. На обратном вернулся. А фара, да? Вот он. Ну, останавливаешь, он не горит. Едешь, горит. А на почему? Наоборот. У нас такая система стоит, что если он пульт потерял, не, если он пульт выключается, потерял, и, короче, габариты горят. А он, да, у нас выключается, чтобы батарея не садилась, двигатель выключается. А у меня вот в этом, вот что, он когда теряет связь, там один мотор включается, один. А, по кругу он крутится, да? Включает, да, свет, и он по кругу начинает... Садить батарею. У нас вот, вот я пульт выключаю, вот, беру. Вот, пульт тык, выключил. Вот он плыл, плыл, раз, все. Остановился и стоит. Если со светом плыл ночью, к примеру, да? Ну, а мне вот, вот я пульт подключаю. Вот он, сейчас... Вот, плывет, раз, выключил, опа. И вот он у нас со светом стоит, ждет, пока его найдет кто-нибудь. А этот едет, Подоедет, как бы это тоже, с одной стороны, хорошо, потому что ты не знаешь, с какой стороны ты заплываешь, допустим, сбоку ночью ты его не увидел. В принципе, у нас такие габариты, их ночью, блядь, видно. Просто, блядь, видно, даже сбоку. Так, шеф, у меня, короче, ручка не пишет. Есть у тебя ручка, да? А? Ну, возьми его тут в кармане. Где? Ближний, вот этом. Вот в этом? В этом. Женька вчера исписал, и все, ручка здесь. Я не понял прикол в чем. Сейчас работает, да? Сейчас работает. Ну, сейчас далеко еще не... Не жарю. Ну, я наплыви на... вон туда. Я на поле, я прошел на поле просто пешком. Ага. Он... Ну, 300 метров, наверное, я отошел, и начался, там деревья начались. Так, это такое, ну, там вот, еще... там водоросли, туда не плывите, вот туда, за этот, за знак лучше плыви. Я вот, это сам... вот сюда, в эту сторону. Что-то на наших прудах ваших не видел корабль. А вот мы недавно. Там у нас ленинградская, может, 2 покупателя только. В этом году, да, начали где-то заниматься? Ну, второй год сейчас, да. У нас в основном, ну, по краю много, потом
Белгород, много, Белгородская область. Ну, дальше там Украина, Израиль тоже покупает. Израиль даже покупает? Да, уже 3 корабля в Израиль отправил. Работает заразу. Кипр, Катар. Ну, сейчас он еду еще подальше. Да, в Кипр. Да это мало. Даже мало, отправили. Мало. Не, ну он у меня... Я член... заплывает, его не видно. Я сам у меня бинокль я рассматривал. Этот, я же говорю, вчера у меня он начал, вот 80 метров, он уже терял связь. Но у меня еще и вчера и давление подскочило, и башка разболела. Я не знаю, что это сделать. Может, магнитный будет? Да, бывает такое? Не знаю. Слышишь? Что по вот этому написать? Что, переклеить? Ну там кушеря много, там и скаты валяются, там мелко в той стороне. Куда я поехал? Да. Там скаты прям под верхом, под водой валяются. Да, ну работает. Я думаю, что он будет работать и дальше. А что ж такое? Вот черный цвет практически не видно в тени, да? Вот где он там? Не, оранжевый, конечно, круто, да. А ну дай мне пульт. Вот это он, да? Угу. Скоростного. То не плыви туда. Советую вернуться лучше оттуда. Работает. Я не знаю, что там. Я сейчас голову все сломал. А там у него вообще он не пишет ошибки там. Да тут ничего нет. А, там нет даже монитора. Я этому Вите позвонил, которого брал. Говорю, что может быть? Работает? Да работает. Вон, ля какие у нас делают корабли. Ля какие у нас делают корабли. Поздно начали, я бы купил такой. А теперь куда этот делать? Ну что, куда-нибудь заходить. Забудь, будет знать. О, это что, поисковый или что? Да. Когда далеко заплыл, даже днем видно, да? Как моргает. Да, то, что он вот это быстрее возвращается, вот это аж морока. Ты ж завезешь. Ну, сейчас наравне встали, да? Не вернешься, блин. Ну, я скажу, без него рыбалка вообще никакая, блин. Ну да, без корабля, да. О, так, что это было? У меня уже другой. Что там за табличка зарыблена? Что тут может быть? Ну зарыблю, да. Маленьких-маленьких запустили. Все есть тут. И толстолобик, и амур, и все. Ну таких маленьких он запустил. Я не знаю, сколько они тут расти будут. Я тут один раз... А я тут живу. На южной. Южная, с этой стороны. Да я вижу это. Я вычислил, я так не знаю, машина у вас эта в феврале или как? Да, была. Была. Что, продали, да? Сгорела на рыбалке. Как давно? Что недавно шли. Да вот, недели две назад. Прошлую. Под капотом загорелось что-то. Ну что там? Ну что, как он? Ну что, прям загорелось? Да. Ни хера себе. Да, ну это просто каракатица по сравнению по скорости. Пока доедешь. Ух, танк. Что, все утаскиваешь? Тяжелый? Да, тяжелый, да. Да, ну, потяжелее даже, чем наш. Ну, это, чем спит. У нас этот, вот этот, ой, чем классик. У нас спит сколько весит? 3,5? Угу. Классик 6.
Классик 6, ну это килограмм 7, наверное, вот. Этот, по-моему, 8 килограмм, ну, батарейка без у нас тоже из-за батарейки есть. Свинцовые? В классике, и классик плюс свинцовая, да. А вот скоростной или типа полимерный. Так а что он это там пруду?